Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Николай Васин. Я представляю свой проект «Виртуальный композитор» для генерирования фоновой музыки к видеороликам, подкастам и презентациям. Актуальность моего проекта заключается в том, что в наш цифровой век создается большое количество контента. И здесь возникает потребность, что медиаматериал нужно сопровождать музыкой или музыкальным фоном. Возникает проблема, что если просто скачать музыку с веб-сайта, то можно нарушить авторские права. А заказывать музыку у композитора – это дорого и по времени, и по средствам. Поэтому целью моего проекта заключается создание компьютерной программы, которая сочиняет музыку в различных музыкальных стилях. Продуктом моего проекта является компьютерная программа, разработанная на языке Python. План реализации включает в себя изучение литературы, изучение различных подходов генерации музыки, написание модуля генерации, визуального интерфейса и документации проекта. На слайде вы видите, что основной целевой аудиторией проекта составляют создатели видеороликов и презентации, а композиторы, ищущие вдохновение, составляют меньшинство. Чтобы выявить наиболее лучший подход к генерации музыки, был проведен большой анализ. На слайде представлена упрощенная таблица проведенного исследования. Мы видим, что при помощи случайном подходе, когда подбираются числовые значения для высоты и продолжительности звука, получается некачественная музыка, но зато оригинальная. При использовании нейросетей, которые в наше время особенно популярны, получается очень качественная музыка. Но когда нейросеть тренируется на основе огромного количества различных произведений, сочинений, то получается что-то среднее, а иногда и копирующее уже существующую музыку. В итоге оказался наиболее лучшим комбинированный подход, когда случайная генерация ограничивается правилами теории музыки. При таком подходе пропадает риск плагиата музыки, который присутствует при использовании нейросетей. Структура программы включает в себя модуль генерации и интерфейс для взаимодействия программы с пользователем. Для того, чтобы создать последовательность основного звука музыкальных тактов, используются таблицы вероятности переходов. На слайде вы видите упрощенный ее вид. Мы видим, что при переходе из ноты ре в ноту до вероятность составляет 70%, а из ноты в ре в ноту ре, то есть когда повторяется один и тот же звук, уже вероятность составляет 10%. И так далее похожим образом. Сам модуль генерации состоит из генератора гармонии, то есть аккордов, которые подбираются на основе последовательности звуков, составленных таблицей переходов, и стилистикой конкретного жанра и стиля музыки. Далее, генератор инструментальных партий, из базы данных подбирается соответствующий инструмент, а также арпеджио или ритмический рисунок, характерный для жанра, и затем специальная библиотека конвертирует формат MIDI, то есть цифровых нот, в формат WAV, который уже можно использовать в дальнейшем. При создании графического интерфейса можно было идти двумя путями. Использовать популярный фреймворк Qt, который уже обладает готовыми кнопками, рычажками, или использовать фреймворк Epigame, который используется для разработки игр. В Epigame проще сделать геймификацию, и, соответственно, интерактивность ее использования возрастает. А также в нем уже есть готовые модули звука. Программа состоит из начального окна, где можно посмотреть информацию о приложении. Из окна выбора музыкального жанра, где есть стиль поп, классика, рок и медитация. Окно настроек по жанру, где можно выбрать темп музыки, а также наложить реверберацию или хорус. Окно прогресса генерации из формата MIDI в формат WAV. В окне результата можно проиграть получившуюся музыку, поделиться или вернуться на начальное окно. Сейчас вы увидите, как работает программа.
В заключение хочу сказать, что работа по проекту выполнена, программа генерирует музыку хорошего качества, и она проста и удобна. В качестве дальнейших путей развития я вижу следующие варианты. Улучшение качества музыки, подключение и использование нейросетей, также создание мобильного приложения и размещение продукта на веб-сервисе. Хочу сказать, что новые идеи происходят, когда случается стэк различных областей. К примеру, как у Стив Джобса был стэк техники и искусства, в моем случае я комбинировал теорию музыки и программирование. Спасибо за внимание!